Друзья, вы понимаете, что намечается? Конечно. Да, хорошо. А вы? Вы понимаете? Ты понимаешь, что я тебе сейчас разъясню? Хорошо, отлично. Пойдемте тогда. Не нужно брать оружие, оно тебе не понадобится. Твое оружие – это твоя актерская игра. Понимаешь? Вы понимаете меня? Прекрасно. А вы? Хорошо. А вы понимаете? Мне? Ты хочешь мне что-то рассказать? Это очень интересно. Что же ты мне расскажешь? Мне уже очень давно никто ничего не рассказывал. Многое знать? Но прекрасно. Не сегодня. Не сегодня? Нет. А когда же? Когда же я узнаю? Со временем. Я хочу узнать очень многое. Вы когда-нибудь заходили в эту дверь? Нет. Давайте посмотрим, что будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, скажите, пожалуйста, у вас есть рука? У меня? Да. Есть, и у девушки вот рука есть. Вас какая интересует? А можно мне потрогать вашу руку? Смотря зачем. А что, если на этот вопрос вам отвечу не я, а он? Есть две руки? Есть. И они красивые, я вижу. Ну, по-моему, мне ее, да. У нас с тобой по-моему, у тебя очень красивые руки. Ага. Смотри, какие Спасибо. У тебя красивые. Ты специально такие красивые руки себе сделала? А правая-то красивее, чем А левая. Можно я посмотрю на эту правую руку? Очень интересно. Ну-ка, подойди-ка сюда. Возьми ее правую руку. Ты когда-нибудь держала в руках женскую такую руку. Красивую женскую руку? Нет, только свою. А ты? Я люблю удержать женские руки в своих руках. Отлично. Хорошо, мы сейчас уйдем. Но ты запомнишь нас. Я-то запомню. Ты будешь думать о нас. И потом... Добавишь мой инстаграм. Меня нет в инстаграме. Ты тоже. Особенно ты. Все это было ради нее, не так ли? Конечно. Не зря сюда зашли. Абсолютно не зря. Это было невероятное приключение. А ты согласен?